Перед просмотром данного ролика хотел бы поблагодарить Вильяма Клемента за то, что он дал мне почти 18 тысяч и пожелал мне успехов в канале, пожелал адекватных подписчиков и сказал, что мы с Маркусом лучше. Ну что ж, Вильям, спасибо тебе, реально спасибо. Ну а теперь, я думаю, можно приступить к самому летсплею. Ну что ж, чуваки, это сервер Калифорния, Roleplay, 102 серия, и в этой серии у меня есть кое-какие планы, но я пока говорить не буду, это вы все увидите по самой серии, вот так. Так, сейчас давайте для начала оденемся, так, отмена, очечки давайте такие, во, и вот такую кепочку, да. Так, все, мы готовы, и можно свободно выходить на улицу. Так, exit. Выходим. Да, ребят, кстати, сегодня я один, без Маркуса, не знаю, что-то захотелось как-то самому снять, более так спокойно. Unlock. Все, садимся в наш автомобиль, я думаю поставить диски какие-то на машину. Съездить. Спасибо Вильяму, еще раз говорю, за то, что подкинул мне деньжат. Давайте отправимся для начала в СТО. Не в, а на СТО, для того, чтобы поставить диски. Больше ничего ставить не буду, там, ну, по крайней мере, вот сейчас. Мне вот эта машина, вот, я не знаю чем, но она мне нравится, ребят, серьезно. Какая-то она такая вот необычная. Не знаю, таких машин мало на сервере, я думаю. Ну, она, в принципе, такая, блин, такая вот эконом-класса, как бы ее могут себе многие позволить, когда накопят какое-то количество денег для того, чтобы им хватило на нее просто. Ну, я не помню даже, сколько она стоит, но я уверен, что дешево. Так, отправляемся к СТО, если его не перенесли. А его перенесли, да. Так, как же нам... Так... Все, я вспомнил, где оно. Как раз по пути заедем в пиццерию, поедим немножко. А то голод совсем подступил так вот, ну, жестко прям ко мне. Я зашел, у меня 13 хп было, я думал, я даже из дома не успею выйти, помру. Как-то это звучит странно, но да ладно. Попить тоже надо, да. Да, надо, да. Так, вот, пиццерия. Паркуемся. Как всегда, я в своем репертуаре. Джеймс вернулся на сервер, и заборы поломаны, и столбы повалены. Так, я даже не знаю, что выбрать из этого ассортимента. Ну, колу по-любому. Потому что пить жестко я хочу. И давайте калифорнийскую пиццу. Давайте вот все попробуем. Какая из них такая, не знаю, более утоляющая жажду еды. Так, давайте еще одну. Все. Мы наелись, спасибо вам, мистер, и давайте где-то тут поставим вот сюда, подкинем на стол сюда стаканчик из-под спранка, к примеру. Так, так, стоп, давай выкидываю. Вот, все, типа выкинули. Так, возвращаемся в наш автомобиль, дорогой. О, заборчик появился, кстати. Пока Джеймс ел, все построили. Отлично. Так, закрываемся. О, бензин, кстати, есть. Это довольно-таки неплохо, то, что он есть. Вот я еще думаю насчет цвета, как бы менять его или... Такой и оставить. В принципе, мне такой вот по душе, он, ну, прикольный такой. Ночной, как бы, цвет. Так, сейчас подъедем к СТО. Так, есть ли тут механики? Вот в чем вопрос. Если они есть, то это хорошо. Если нету, то это плохо. Да, видимо, механиков нету. Ну, давайте посмотрим. Так, покраска, гидравлика, закись азота, диски. А, какие бы выбрать диски? А, блин, надо же как-то их подставлять, что ли.
Вот, я не знаю, что... Давайте вот такие попробуем. Или не знаю, не знаю, не знаю. Вот такие, может. Да, вот, все такие вот делаем. Гидравлика, закисизата, покраска. Покраска, покраска. Что ж выбрать? Ну, давай вот какой-нибудь вот серый, что ли, цвет хотелось бы выбрать. Вот такой. Она вот такая, в принципе, есть, наверное. Так, все, отмена. Выход. И механика нету, да? Ясно. Воу, парни, тут, наверное, что-то изменилось, и на Калифорнии стали отыгрывать РП. Да, отлично. Ну что ж, я не буду им мешать, пусть играют себе РП. Это довольно-таки хорошо, то, что РП-режим еще тут соблюдается. Даже не такой вот, знаете, просто там ми достал паспорт или дал паспорт. Вот. Тут было надо осторожнее проехать. Так, в общем, сейчас я хотел бы отправиться в университет, поступить в него, так как, ну, как бы это новый персонаж, и близится уже 1 сентября, все идут на учебу, ну, некоторые на работу, ну, не некоторые, точнее, большинство, извиняюсь за кашель, большинство людей идут на работу, ну, многие в школу, многие там по вузам, по всяким лицеям. Мне повезло, я уже закончил свое, я свои 2 года уже отмотал в кадетском корпусе, так что теперь я буду учиться в колледже. Так, едем в Лас-Вентурас. Или нет, не... да, в Лас-Вентурасе он находится. Так, что-то я неправильно... А, в принципе, правильно, я же по РП еду, так что все, я правильно поехал. Я хотел просто там срезать немного по горе. Так, блин, ну я вот не знаю реально чем, но эта машина мне очень нравится, и персонаж мой нравится. Вот когда-то Фред играл тоже парнем, постоянно одинаково одетым и все такое. Вот я как бы хотел бы немного спереть у него, так спиздить у него... Это и играть тоже. Так, примерно так. Ну, на Калифорнии я начал играть раньше Фреда, и все. Так. В общем, подъезжаем уже почти к Лас-Вентурасу, к ферме точнее, и будем поступать в университет. Насколько я помню, что там надо сдавать было какие-то тесты для того, чтобы туда поступить, но я не знаю, может быть здесь... Обновления за обновлениями я не следил на Калифорнии, так как я был в бане, и сейчас мой основной аккаунт в бане, так что не было как-то времени, желания даже следить, но сейчас уже буду следить. Так, смотрю, много новых администраторов, которые в то время, когда я еще играл, были моими друзьями, сейчас они уже, наверное, все зазнались или не помнят меня. Так тем более у меня даже другой аккаунт, его мало людей знает. Ну, это, в принципе, и хорошо, не будут доставать никто там смс-ками, типа... «Здорово, как житуха, как сам, где пропадал, почему не играл?» Ну, в общем, вот так. Так, надо как... Бля... разбил, только бы дверьки бы не погнуть. Так, надо как-то бы пробраться на территорию. Вот, я походу заехал уже на территорию, а нет. Так, вот университет. Да, отлично, мы доехали до университета, и насколько я помню, там вроде бы даже еще и стипендия была. Так, паркуем где-нибудь здесь машину. Так, все, прям отлично, вот так вот. Ну, не знаю, мне это очень нравится. Так, бежим вовнутрь нашего университета. Университета. Я помню, когда-то даже кикали за то, что паркуются вот здесь вот. Кикали или что-то, я не помню. Де Морган, по-моему, садили за то, что паркуют машины прямо перед входом. Ну, я не знаю, я буду... отыгрывать РП персонажа и буду все делать так по возможности по РП. Так, вот уже здесь я вижу. Сдают парни экзамены для поступления. Так, записаться в университет.
у вас просроченная медкарта. Хорошо, отправимся за медкартой и тогда уже вернемся сюда. И давайте еще по пути заедем на СТО в Лас-Вентурасе. Я помню, где оно. Ну, я не знаю, возможно, поменяли местоположение. Ну, все же давайте съездим туда, проверим. Возможно, оно там и осталось. Так, вот я не знаю, почему фары я включаю днем. Ну, мне нравится ездить всегда с включенными фарами. Это у меня уже, наверное, вошло в привычку, что ли, включать их. Так, осторожно засмотрелся, блин. Капец. Водитель из меня никакой, конечно. Так, едем. Ограничитель тут даже. Вот, круиз-контроль. Есть такая тема у нас. Ну, давайте отключим его. Потом в каких-то там ситуациях, там, не знаю, может, в полиции, когда буду патрулировать со включенным круиз-контролем буду. Так, заедем сейчас в больничку, получим медкарту. Блин, хоть бы там были доктора, врачи, кто-нибудь, кто может мне ее пихнуть. Потому что это важная такая деталька, без нее не получится поступить в университет. Что ж, ну, спасибо ей третий раз уже говорю Вильяму, если бы не он, у меня бы сейчас бы не было денег, и я бы ничего себе не смог купить. Так, вот номер П. Доктора бегают тут с анимкой ПИС. Так, давайте представимся. Ну, короче, давайте возьмем медкарту. Так, ребят, вот. Так вот нас встречают доктора на улице. Отлично. Мне это очень сильно нравится, в кавычках. Ну, ладно. Неужели ребята отреагировали на мою просьбу о выдаче медкарты? Сейчас мне выдадут ее Вито Леоне. Это какой-то доктор, не знаю, наверное, большой ранг. Неужели? Кто-то мне ее сейчас выдаст? Просто я в шоке. В больницах вот вообще, даже на своем опыте знаю, что мало РП. Очень мало РП. Тем более в больницах таких вот, там где мало людей, вот такие вот как Лас-Вентурас, Сан-Фьеро, в Лос-Сантосе, да, там еще может быть как-то контролируют это все, но в других городах нет. Ну, так что, как-то вот так вот это все выходит у нас. Ну ладно, не будем огорчаться, потому что это все-таки мод, я играю здесь ради мода, ну, в принципе... Кое-как еще ради РП, но вы сами знаете, какой тут РП. Я думаю, как-то его поднимать, что ли. Ну, в принципе, своими силами я-то его не подниму. Вот тут биндеры включают, все такое. Ну, в общем, так. Кто тут медкарты? Вот тут медкарты тоже трогают, да? Нормально. Так, вот, ребятки, неужели я взял медкарту себе, так что теперь я могу спокойно ехать в СТО. Со мной вот тут, походу, едет сейчас. Поедет Алекс Скиннер. Ну, ладно, пускай едет. Так, отправимся сейчас на СТО и после этого поедем в университет обратно. Так, ну, было бы отлично, если бы его не перенесли, если бы оно так же и осталось на том... О, что это было? Ладно, на обратном пути посмотрим. Да, СТО есть, механики тоже тут есть. Отлично. Ну что ж, давайте заезжаем на СТО. О, тут много чего можно поставить. Крыша, наклейки, выхлопные трубы, бампер, лампы.
воздухозаборник. Ну, мне надо только диски. Я вот такие вот уже хочу себе. Так, консоль. Закись азота. Ну ладно, вот пусть так вот и будет. Все. Отмена. Выход. Что за бред? Что за бред? Обратитесь к автомеханику, чтобы он установил тюнинг. Так. Нужно теперь найти этого механика. У меня вроде бы открыта была дверь. Так, зайдем давайте на СТО. Посмотрим, где тут механики. Возможно, они тут есть. Нету. Плохо. Плохо-плохо. Будем, короче, искать автомеханика. Как-то. То есть, ребята, вот автомеханик наш. Впускаем его в машину нашу. Пусть он ее сделает. Блин, я забыл заказать починку. Ну ладно. Минус 3000. Вот такая вот у меня теперь автомашина. Блять, автомашина, что за слово? Автомашина. Спасибо ему за то, что он мне это сделал. Вот теперь реальный такой вот гетто пацанчик, который учится в ВУЗе и катается на такой машине. Блин, я бы вот в реальной жизни не отказался бы от такой бы тачки, я бы серьезно на ней бы катался, не знаю. Некоторые брезгуют там, не знаю, на Запорожце ездить или еще что-то, я не знаю, я не брезгую. Главное, чтобы ездило и все. Ну, это мое такое мнение. Так, едем к ВУЗу и будем устраиваться туда. Мне вот, в принципе, понравилось то, что как бы я... на новом аккаунте второй день вроде бы играю, а меня уже узнают здесь, типа там говорят: о, мама, я в телеке, там деньги вот дал Вильям. Стоп, аккуратно. Аккуратно, водитель. Так. В принципе, это приятно, мне это радует, если честно. Ну, я не знаю, в принципе, это любого бы человека, наверное, радовало, то, что его узнают там и все такое. Едем на СТО. Ой, блин, какое СТО? ВУЗ. Едем в ВУЗ. Чик. Да-да, давай. Блин, обратно бежать. Ладно, с нон-РПшем немного. Я думаю, в этом ничего страшного не будет, если я так вот съезжу. Съезжу. Блять. Иногда бывает такую чушь несу, просто капец. В основном, когда я с кем-то играю, я именно этим и занимаюсь. Я несу в основном чушь, дабы радовать вас, чтобы вы посмеялись там. Все такое. Так, вот это вот мне не нравится, то, что ее заносит. Так, все, мы приехали к ВУЗу. О, ребята паркуют машины. Это хорошо. Похвально, похвально. Только сказал за машины то, что их нужно парковать здесь. И вот, как видите, уже стоит припаркованных 5 машин. И вот еще... А, не, ну вот это уже неадекватный, наверное, парень. Да, он сейчас возле входа припаркует. А вон где припарковал. Но все же... Парковка есть парковка, и надо парковать машины на парковке. Так, заходим в университет. Сейчас подождем, пока прогрузятся люди наши. А где люди? Вон, только один человек. Так, записаться. Юридический, медицинский, экономический факультет журналистики. Давайте юридический. На каждый вопрос дается 25 секунд. Ок. Вот, отлично, вас зачислили в университет, и в чате будет появляться информация о начале уроков. Так, давайте пройдемся по университету, посмотрим, что тут юридический. Так, это мой факультет, отлично, ух ты, ё, тут даже есть аквариум с рыбками, только рыбки что-то не плавают. Это плохо. Так, давайте зайдем хотя бы в аудиторию, в которой нам придется учиться. А вот, сейчас идет... пара, надеюсь. Так, давайте спросимся разрешение, можно ли сесть. Так, отлично. Вот идет лекция, только я немножко вот опоздал здесь.
на моем факультете учится, по крайней мере, ну, я не знаю, сколько вообще учится, я хочу отдельно сидеть от всех. Я очень гордый парень, ну, в РП, так вот. И буду тут сидеть. Тут сейчас в кабинете 6 человек. Ну, вот так вот. Поприсутствуем немного на лекции. Что тут, перекличка или что-то такое, наверное, идет. Я не знаю, что это. А, она изучает фамилии студентов. Вот. Анна Марс изучает фамилии. Так, сейчас меня должны назвать, по сути. Давайте сядем. Аним. Аним 25. Я помню до сих пор, что это анимка для того, чтобы сесть. Кроме трех курсов свободны. Все, кроме троих курсов, свободны. В смысле? Никто, наверное, не понял. Я так понял, что мы сейчас будем что-то сдавать. Так, я могу быть свободен. Ой. Вот это вот меня бесит, французский. Я могу быть свободен. Та, бля, чё за фигня? Просто по-другому уже не скажешь. Я могу быть свободен. Так, если я могу быть свободен, то я сейчас заплачу за дом. И на этом, я думаю, можно будет закончить серию. Она и так вышла, наверное, очень длинная. Ну, не знаю, по крайней мере, снимаю я уже давно. Скорее всего, что я могу быть свободен. Давайте посмотрим. Хотя бы оделись бы как-то, как учителя. Ладно, мне никто ничего не ответил, но я думаю, я могу быть свободен. Никто ж меня тут держать не будет. Так. Выходим. Вот, все, выходим. Сейчас заплачу за дом, и все будет отлично. Так, о, здесь есть даже банкомат. Это просто найс. H, положить деньги, давай, 3000. На первое время, я думаю, хватит оплатить квартиру за один день. О, хорошо, информация о счете, 1000. Давайте еще заплатим на один день. Вот так, все. В общем, ребят, на этом все. С вами был Джеймс. Это была California Roleplay, 102 серия. Ну, что же могу сказать. Вступайте в мою группу, подписывайтесь, ставьте лайки. И на этом все. Adios, amigo.